дети. Привет, Джимбо и Астро. Что делаете? Привет, Джет. Джимбо загружает информацию о команде космокрыльев в наш новый компьютер. На каждого есть отдельная папка, где хранятся все сведения. Я покажу мою. Все, что можно обо мне узнать, лежит здесь. У меня много достижений. А это что за иконка? Новый уменьшающий луч. Смотри. Погоди, Астра. Он еще... Ого! Астро? Я здесь! Не раздавите меня! Я же вам говорил, что луч еще нужно доработать! Диспетчерская вызывает Джета. У нас посылка. Мне пора. Потом увидимся, Астро. Потому что сейчас тебя не видно. Привет, Скай. Куда я лечу сегодня? В один из самых больших городов мира, Джет. В Пусан. Это второй по размеру город Южной Кореи. Там находится знаменитый мост Гванан. Множество людей приезжает в этот современный город на таких скоростных поездах. Чем больше скорость, тем лучше. Сомнений нет. Девочка, которой ты везешь посылку, тоже интересная. Даже знаменитая. Ее зовут Юна. Они с отцом ведут видеоблог. У них шоу о новых игрушках. У них собственное шоу? Как же здорово! Юна сказала бы «Дед Гилли». Это означает «классно и здорово». Это девочка Дед Гилли. Занимай свое место, Джет. Не терпится начать шоу, Юна. Смотри, сколько зрителей. Такого еще не было. Дед Гилли, столько детей и родителей сейчас онлайн. Вам посылка. Да, привезли. Я Джет, вовремя, как всегда. Привет, Джет. Приятно познакомиться. Это для тебя. Спасибо, Джет, проходи. Поезд! Дед Гилли! Ого! Ты знаешь, как сказать «здорово» на пусанском диалекте? Это скоростной поезд! Да! Хочешь провести шоу вместе со мной? Правда? Конечно! Никогда еще не был ведущим! У нас эфир через 3, 2, 1. Поехали! Скажи, что ты принес нам сегодня, Джет? Этот игрушечный поезд. Эй, в чем дело? А? Это вирус. Он захватил наш компьютер. Мы офлайн. Зрители теперь нас не видят. О, нет, нет, нет. Я не знаю, как это исправить. Я верну вас в сеть. Настало время позвать команду суперкрыльев. Команду суперкрыльев? Невероятно! База, прием. Это база. Что случилось, Джет? Компьютерный вирус прервал эфир Юны. Без подмоги будет непросто перезагрузить шоу Юны. Только вот... Чья команда? Да! Готовиться к взлету!
получилось с нашим шоу. Надеюсь, мы сможем вернуться в сеть. К нам летят Астра и Астро. Дела налаживаются. Космокрылья, для нас нет предела. Просим вас помочь нам уничтожить вирус на этом компьютере. Без проблем, Джет! Просканируй его антивирусным лучом. О нет, все не так просто. Нужно попасть внутрь компьютера, чтобы устранить этот вирус. Конечно! Я нас уменьшу! Папа, можно мне суперкрыльями? Ладно, только будь рядом с ними. Я скажу вам, когда здесь все заработает. Команда Астро, уменьшающий луч! Где это мы? Словно копия твоего города. Это компьютерная версия Пусана. Эй, вот вирус! Он распространяется! Я справлюсь! Уменьшу его своим лучом! Нет, стой! Мы не знаем, как он подействует. Уменьшение. Теперь знаем. Ты постарался, братик. Простите. Ой-ой. Они нас заметили. Yeah.
точечного обзора. Спасибо, что смотрели Юна ТВ. И снято. Лучший выпуск всех времен, как по мне. Просто потрясающий, Юна. Думаю, здесь наша работа закончилась.